Добрый день, девочки! С вами я, Ирина, и мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня смотрим мы посылочку от компании Юмила. Продолжение посылочки, так скажем. Очень много красивых комплектов, оригинальных, и с нанокерамикой, и с жемчугом тут есть. Сейчас все покажу. Первое покажу кольцо вам Аквилегия. Уже было в предыдущем видео. Теперь можно заказать такие серьги. Фото пока нет. По цене буду ориентировать, если надо, спрашивайте в Viber, WhatsApp, потому что как бы его сделали, но еще тоже на сайте, на официальном его нет серег, вернее. Кольцо, напоминаю, 1550. Ну, я думаю, цена серег где-то, ну, около два раза, если они будут такие же по размеру, где-то в два раза выше, да, если по размеру будет чуть меньше, соответственно, меньше. Очень стильное кольцо. Аквилегия. Цену уточним, потому что сама еще не знаю, буду уточнять у менеджеров. Следующий комплект Анкара. Он с нанокерамикой. Очень необычный. По цвету, знаете, напоминает нанокерамику, вот это верхнее покрытие, как грифель карандаша, когда стачиваешь. Вот он такой. Или цвет гематита, вот что-то такое, поняли, да? Отблеск вот такой именно создается. Очень стильный комплект. Здесь шикарное занижение штифта. Видите? Хорошо очень занижен штифт. А по стилю можно его одеть и с джинсами, и с вечерним платьем. Как я говорю, это вообще универсально. Похоже, знаете, мне кажется, на ушках будет сидеть как такие клипсики. Хорошо очень смотреться. Так, серьги у нас 1650 Анкара. Кольцо 16 с половинкой, цена 800 рублей. Вот такое колечко. Но очень стильное. По размеру не скажу. Вот у меня 16 там беда. Не могу сказать, маломерит или нет. Но вообще у фирмы идет все в размер. И мне кажется, даже чуточку больше. Так, комплект Лабиринт. Очень мне понравился. Такой прям как будто из целого кусочка серебра вырезали вот вручную. Ну, вот эти вот все. Отличное литье с чернением. Вот такой вот лабиринтик. А, серьги 1000 рублей. Все удовольствие, девочки. Замок вообще шикарно занижен. 10 миллиметров 6-7. Замок занижения. Так, вот такая красота. И кольцо к нему идет 18 с половиной, цена 900 рублей. Но я его даже вот на 19, учитывая, что руки к вечеру отекли немножко, я его на 19 спокойно одеваю. Мне кажется, за счет того, что оно вот не просто кольцом вот соединяется, да, а именно вот так оно сзади прикреплено. И это создает, мне кажется, дополнительный полуразмерчика. Девочки, кто брал Юмилу и какие-нибудь вообще любые комплекты, уточните, пожалуйста, в комментариях. Будут очень полезны ваши советы. Маломерит кольца или, вот, как я говорю, большемерит. Потому что мне кажется, что на полразмера они прям либо в размер, либо чуть больше. Ну, либо я прям за целый день успела где-то похудеть сегодня. Ну, в чем я, конечно, очень сомневаюсь. К вечеру я, в принципе, уже боюсь на весы вставать. Лучше с утра там хоть поменьше. Так, ладно, это все. Комплект роса очень шикарный. Здесь и кружево, и полировка. Шикарные фианиты, хорошо все вставлено. Все прям вылизано, отлично сделано. Качество великолепное. Хвалю очень мастеров. Так, замок на любую мочку. Он большой. До маленькой или от маленькой до большой, с небольшим занижением штифта. Цена серег 2150. Серьги достаточно крупные, видите. Так, кольцо к ним идет большое, 21, цена 1300. Девочки, заказы сегодня, пожалуйста, через виртуальную витрину. Во-первых, так их быстрее видим и обрабатываем. Вот, во-вторых, ничего как бы мимо вас не уходит. То, что есть в наличии, то к вам в корзину попадает. Чтобы вы не спрашивали, сколько размеров, какие. На витринку мы все это добавили.
можете себе уже набирать в корзиночке, не обязательно регистрироваться. Сейчас скажу. Комплект зазеркалье, тоже очень стильный. Здесь как будто сжатое такое серебро, такое как будто немножко мятое. Здесь вот это все сделано прям не сверху, а вот именно полосочки вдавлены на металле. Так, серьги 1300, кольцо идет 17 500, 1050 рублей. Замок здесь тоже занижен очень хорошо. Будет закрывать дырочки, если у кого-то растянутые. Ну и вообще удачно сидеть на ушки. Вот такие стильные серьги. Вот опять же по поводу колец. На 18-й, вы знаете, как я обычно одеваю, да? Мне на 18-й иногда еле-еле заходит. Вот 17,5 я совершенно спокойно одеваю на 18-й. Ну, лучше, конечно, еще уточнить на всякий случай. Я еще попробую с утра это все померить. Но мне кажется, они все-таки чуть-чуть, ну, по крайней мере, тонкие кольца чуть-чуть больше мерят. Так, сейчас у меня немножко запуталось. Давайте пока я распутаю. Вот не люблю я длинные вот эти нитки. Сейчас. Пока вот распутываю, буду заодно вам про заказ. Все на виртуальной витринке есть. Вы можете оформить все с регистрацией. То есть ваши данные остаются там. Вы придумываете логин, пароль. И каждый раз вам не надо будет вводить ваши данные. Адрес, там телефон. То есть это все сохранится для следующего заказа. Либо вы можете просто все собрать в корзину и заказать одноразово. Ну, как бы, просто вам придется каждый раз вводить адрес, телефон и все, что там нужно для заказа. Виртуальная витринка у нас достаточно удобная, там все просто. Тут серебро, тут золото, тем более там еще не особо пока все много. Тут серьги, они там по замочкам. Все очень просто и быстро. Последние серьги прямо у вас вылезают на первой, допустим, странице. Те, которые были немножко раньше, уже на последующих. То есть Юмила там и в кольцах, в серьгах на первой страничке. Если там не нашли своего размера и вам надо вот какой-то больше, чем я показываю, это уже пишите мне в Viber, WhatsApp, я буду потихоньку уже обрабатывать, принимать заказы. А все, что из сегодняшнего видео, все там. Если чего-то вы там уже не нашли, то значит, то уже купили, оформили. Так, комплект Нейлия с нанокерамикой. Серьги 1300, здесь небольшие фианиты. Покрытие нанокерамикой. Тоже вот это графитного цвета. Хорошо занижен штифт. И опять же на любое ушко. Серьги очень тоже интересные. Стильненькие такие. Такое дерево необычное. Кольцо идет 18,5. Цена 1700. Но вот это уже не маломерит. Потому что на 19 оно мне совершенно никак. 18 свободно. То есть это идет в размер по причине ширины. Так. Еще один комплектик. Как же мне уложить сегодня все видео? У меня столько комплектов и еще. А времени мало. Комплект витраж. Вот такой комплект. По поводу посылочек девочки сегодняшних. Сегодня ничего не отправила. Я была на трех почтах сегодня. Я не знаю, что завтра за праздник. Но все почты у нас в районе закрыты. После третьей я уже начала кипеть, как тот чайник, и плеваться паром из ушей, там, не знаю, из носика, да? Буду вам попутно показывать. И, в общем, после третьей говорю, ну нет, все, Бог любит троицу, если я на трех почтах ничего не сдала, и, ну, не судьба сегодня. Так что прошу прощения. Так, комплект витраж 1800 рублей. Пока я заодно рассказываю, тоже занижен замок. Прошу прощения, посылки пошлю все завтра утром. Потому что, ну, вот сегодня не мой косяк, но это просто дико, я уже... На четвертую почту, честно, моральных сил ехать не было. Потому если четвертая закрыта, то, мне кажется, был бы такой маленький ядерный взрыв в центре нашего города. Потому что я в гневе несколько страшно. Так, и вот такое колечко великолепный витраж. 18,5, цена 800 рублей. По размеру, ну вот не знаю, этого размер. Это 18,5. На 19, ну никак. Очень хорошо похожи, да, на витражные окна, на какие-то такие сборки. Стильные, стильные украшения. Так, вот такой комплект. Сейчас у меня два кольца, вот давайте я побольше возьму.
Я его уже себе приглядела. Это будет моя следующая хотелка. Комплект Плаза. Вот. Вот так он выглядит. Даже я не могу сказать. Ну, понятно, что нагромождение прямоугольников, это очевидно, да? На что он еще похож? Я не могу сказать. Но очень стильный. Чернение, конечно, придает ему совершенную очаровательность. Замок отлично занижен. Просто тут миллиметров 7, как минимум. Серьги 1400. Так, кольца по 1050. У меня их 2, 19, с половиной и 16. Кому какое надо, там укажете в заказе нужный размер. Все равно, как бы я потом связываюсь, естественно, и заказы мы все уточняем. Есть размер, нет размера. Вот. Вот шикарный комплект. Мне тоже понравился. Очень необычный шлейф. Комплект шлейф. Я его еще не успела снять видео, но у меня уже на него несколько заказов уже есть. Следующую посылку. Так что, если кому надо, давайте мы оперативненько закажем. Вот сейчас день-два. Я отправлю заказик. Здесь на любую мочку, видите, они очень низкие. Хорошо сидят. Здесь прям вот как хотите. Тоже они, знаете, с эффектом 3D, как будто вот две серьги, видите, объем такой придает. Вот это разная величина. Белые полосочки и черные, разная длина, вернее, придает очень хороший объем. 1800 серьги шлейф. И кольцо 17,5, цена 850 рублей. Тоже она как будто из двух. По заказам, я говорю, нужные размеры, все оперативненько закажем, давайте мы. Как раз там у нас на пол посылочки уже набралось с предыдущих видео заказиков. И сейчас по этим пробежимся быстренько. Я закажу, на следующей неделе оплатим, может быть, даже к выходным уже оперативно оплатим и все получим. И будем ходить все нарядные, если вдруг кому чего не хватит. Комплект Монро. Не знаю, с чем связан. Может быть, с Мерлин Монро, может быть, еще по какой-то. Но комплект очень стильный. Здесь сочетание просто полировки и цветов каких-то листьев. Очень хорошо смотрится. Похоже, тоже они небольшие клипсы. Замок не занижен на любую мочку. Цена 1450 у серёг. Кольцо здесь размером 19,5, цена 1100. Необычный, да? Как хотите, вот так и оденьте. Хотите вверх, хотите вниз. Тут не определишь, где вверх, где вниз. Так, еще один комплект. Прям кружевной. Сейчас я найду комплект Магнолия. Я в них пока же еще не все запомнила, но уже комплект Магнолия. Кольцо удлиняющее пальчик очень хорошо. И серьги длинненькие. С фианитами. Черненые. Очень нежные, очень стильные, очень красивые. Замок на любую мочку, видите. Штифт тоже занижен. Так, цена серег 1100. Все удовольствие. Кольцо, сейчас скажу, размер 20,5. Цена 800 рублей. Хотите на указательный будет пальчики удлинять, да? Хотите на средний. Вот эта форма очень хорошо удлиняет пальцы. Так, далее комплектик с жемчугом. Очень тоже красивый. Как же он называется? Я забыла. Рапсодия. Здесь очень интересный цветок. И из-под него как будто выглядывают жемчужинки. В центре фианиты. Жемчуг натуральный. Единственное, что кто будет заказывать, ну вот здесь, ну видно, опечатались, потому что чароид фианит, ну нет, чароида нет, жемчуг есть. Серьги 1650, жемчужинка, она, видите, необычно, как будто в сторону развернута. Во-первых, очень удобно. Можете одеть серьгу как к себе, к ушку, так и от себя, наоборот, от ушка. Ну поняли, да, либо на ушке вот так,
либо на ушки вот так. Уже серьги по-разному смотрятся. Очень красиво. Здесь занижен тоже хорошо штифтик. Прям серьги очаровательные. И колечко. Опять же, хотите так одели, хотите повернули. Размер 17. Здесь вот фианит, жемчуг. Все нормально. 1100 рублей. Так, комплект Сильва. Здесь получается двое серег. Сейчас покажу. Давайте по одному буду показывать. Так, вот такой комплект Сильва. Тоже, знаете, он такой, как будто 3D, потому что идет площадка с темным. Нет, вернее, совсем со светлым. Потом площадочка с темным, и на ней еще как будто вот эта накладка. То есть здесь несколько слоев. Сейчас я как могу близко покажу. Несколько слоев. Первая вот просто идет основа. А на ней уже вот это вот все. Очень красиво смотрится. Здесь чернение там на нижнем получается. И вот такая накладочка сверху. Занижен замочек. Так, это у нас Сильва, цена 1500. Кольцо сейчас доскажу, сразу вторые серьги покажу. И есть Сильва, видите, с подвесной частью, они подлинней. Принцип тот же самый, но уже они вот на длинных. Тоже штифтик занижен, хорошо дырочку закрывает, и вот эта часть, она уже подвижная. Сильва тоже идет она. Сильва 2, она, по-моему, у нас там идет. Цена 2300. Так, это Сильва 2. И к ней есть два колечка. Ну, то есть и к одним серьгам, и к другим. Кольца одинаковые. Просто их одела в разные стороны. Цена кольца 1050. Размер есть 18 и есть 19,5. Вот. Так, и заключительный набор на сегодня, потому что я вас уже утомила, я вам уже надоела. Я шучу, конечно, конечно, вы меня любите, вы у меня самые любимые. Так, вот такой набор Аркадия. Сейчас, ладно, не ошиблась. Напоминает он мне, не знаю, какие-то... Я не знаю, что он мне напоминает, но он очень стильный, тоже мне очень понравился. Одна из моих следующих хотелок. Надо себе хапнуть следующий заказик. Очень хорошо занижен штифт, видите. Вот такой он весь красивый. 850 рублей, девочки, все удовольствие. И кольцо, опять же, удлиняет хорошо пальчик, вытягивать будет. 600 рублей, размер 18,5. Сейчас попробую. Может, я правда похудела? Нет, вот это 18,5 мне совсем не на 19 не одевается. Вот такое колечко, 600 рублей. Еще раз, девочки, потому что я знаю, что мне видео смотрят. Мне кажется, все без звука, никто меня не слышит. Для заказа все эти изделия, пожалуйста, на виртуальной витрине. Вайбер, ватсап, пишите мне только по тем размерам, которые вам нужны, если их каких-то нет здесь. То есть серьги вы оформлены на витрине, но вам нужно кольцо побольше. Тогда мне пишите. Остальное все оформляем через витрину. Там очень все просто. Все, всем приятного вечера. Посылки пойдут все утром. Все, всех люблю. Пока-пока.